Всем привет! Вы на канале Фордмаг, и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим новый видосик багов, приколов и фейлов от Мармока, посвященный новенькой игре про постапокалиптическую Россию, хотя в принципе от такого состояния мы совсем недалеко, и это Metro Exodus. Если честно, я очень сильно ждал этой игры. Грядущие части 2033 и Last Light мне дико понравились, это потрясающие шутеры с великолепной атмосферой, по не менее потрясающим произведением от Дмитрия Глуховского. Если не читал, то живо книгу в зубы и живо читай. Великолепное чтивое. Ну что ж, давайте оценим, что же в этот раз такого нашел Мармок, и насколько же это будет смеш... Так, это что за херня? А, точно. Один канал просто назвал эту игру русофобской. Господи, что ж вы, блин, творите? Боже ж ты мой! Ну что ж, не будем тянуть, поехали! 3, 2, 1, погнали! Ама-тень, ама-кошка in the night. Ну-ка. Стельсик. Свет, отдохни, а. Не пали кошку. Блин, не какой же сочный графон. Видимо, потому что у меня лапа. Нет, я не графон-дрочер. Hello. It's me. Ой, то есть мяу. А что вы тут делаете? Ищите кого-то? Кого-то ищите, дядь, ты где? Сейчас. Хреть фокусник. Эй, дядь. Мужик, извини ради бога, вы кого-то ищете, да? Подскажи, пожалуйста, мне нужно незаметно пройти это место. Как лучше это сделать? Как он его не заметил? Вы кого-то ищете? Важное задание у ребят, наверное. Наверное. Хотя к кулисту стоит сходить. Хотел взлететь с трамплина, ага, взлетел. Прям как рубль взлетел. Ну чё? Мне показалось, там была глючная птица. Дорогуша, не будешь же ты меня заставлять пешкадралом до точки добираться? Чё происходит? Да что творится с тобой, Тёма? Тёмыч, чихнуть хочешь, мать твою, или ты на бутылку сел? Скорее второй вариант. Остановись мгновение. Так у нас башка соси слетела. Такое бывает, когда... Стоп, у Артём вообще была башка? Блин, я... Я уже даже забыл его лицо. Я выйти не могу. Охерительно. Башку свою лови, придурок. What the hell? Еду Азик в соседнее село. На дискотеку. Едем, едем не по дороге. После Уазика везде дорога. О, трамплин. Особенно после определенных моделей у Уазика. Ёпта ж, блядь, буханка! Для второго раза тоже норм. Так, not там. Bad, not bad. Оооо, ты чё? Кажется, мы хреново твою голову приклеили после предыдущей попытки. Походу. Или это тебя уже в полете скрутило? О, ты смотри, этот недуг у тебя есть только при доставании карты, да? Может, он просто так удобнее. Нормально, мне так удобно. Я правым ухом стакан с водярой держу. Перезарядка! Прикрывайте товарища! Не, в принципе, у каждого свои заморочки. Поливаю свинцовым огнем. Я на подбородке в основном держу гребаную кружку. Ну, довольно удобно. Извините, это максимум, на что способна эта пушка. Ого-го, какой жир! Сколько здесь сладостей. Эй, ты там помогаешь, нет? Давай-давай! Нужно им всем разорвать бушлаты. Блин, да что за звуки? Стоны какие-то. Откуда они? Я один их слышу, что ли? Да нет, о, не один. Отсюда, походу. Чё? Это что за подпольный клуб каратистов? Алло, мужики. Я просто в шоке, какой у вас тут смертельный поединок. Ты погляди на них. Интересненько. Импровизированный постапокалиптический бойцовский клуб. По стонам можно подумать, что тут проходит состязание по тому, кто больше выстрелит из себя говна. Ну, чья возьмет? Чё-то никакого прогресса, пацаны. Сколько там времени? Кажется, нашел третью вещь, на которую можно смотреть вечно. Агония, вода, посторонитесь. Вот она. Первые результаты десятилетних тренировок. Кажется, я ошибся. Я-то зачем я зрить? Ах ты, сука, думаешь, что тебе психуешь, что ли, а? Быстро. У вас тут все нормально? Презервативы нужны? Заходи, Артём, присаживайся. Че, можно? Степан тут вечер музыки устроил. Подкатывает, наверное, да? Как, Артём, тряхнём стариной?
Бери гитару. Да ты гонишь, реально могу взять гитару. О, шикарно. Давай, давай. У маэстро есть заготовочка. Маэстро готовился. Сейчас будет жестко. У меня очень грустная жизненная песня. Сейчас плакать будешь, готовься. О, да, я готов. Запас слез готов. Жить в метро никогда не легко. Да. Вместо денег пули, вместо женщин гули. Снаружи твари и всюду аномалии. На миссии разряд, аномалии попал туда. Прорывается слеза. Мля, сука, на. Мокнет щетина. На душе паника. Черт, а неплохо. Боже, как дудит очко. Отвез. Неплохо. О, хороший поджопник. Спасибо. Прибавил мне ускорение. На тебя в морду. Жесть. Все. Кто-то говорит, что стоит бояться когтя смерти в Fallout. Да ну нахрен, вот это реально страшнее. Суча, дочь, отвянь. Какие же мои пушки бесполезны. Понял? Нравится? Щекотно хотя бы, скажи. Ты че не нападаешь? Устал за мной гнаться? А, сука. Завис. Подходи, я тебя оформлю. Я боюсь с места сдвинуться, вдруг он за мной побежит. Ладно, стой там. Не, реально, походу все, а. Сейчас а не, я еще двигаюсь. Болтов на твоей роже. Приукрасим, так сказать, немножко эту уродливую харю. А, все, кончились. Ну чё, можно к тебе подходить или еще нет? Остыл уже. Не будешь нападать, а? Я почти безоружен. Я без патронов. Все мои болты в твоем еблеть. Да, в трейлере эта битва выглядела куда эпичнее. Прямо ожидание и реальность. Самое время скрафтить немножко болтов. Так, аптечечка. Да. На расслабоне, не торопясь. Походу, блин, что, баги решили сыграть свою отдельную роль. Ух ты, блядь! Какого? Ничего тебе отбросил. Вставай давай. Что происходит? Оу, щит. Ты что творишь, шуба? Блядь! Что ты за катастрофа? Зашибись. Такая? И эту тварь даже победил не сам Артём, а скрипт игры. Вот тут замёрзло, придурки. Так, тут человек спит, не будем его будить. Ух-ю, улица. Добрый вечер, я диспетчер. Ну чё, погнали? Летучая мышь! Летучая тварь! Где? Где она? Летит, тут слышу! Наверное, глюки звука. Это снег так хрустел? Почему я еще не сдох в этом мире? Так, везучий просто ты, гад, и вот и все. Что за дверь? О, кладовочка. Где? Бабуля, ты что в этой каморке делаешь? Наркотиками здесь барыжишь, наверное, да? Что-то за место шайтанское такое. Сейчас мы проведем небольшую инспекцию и проверим весь твой товар. Чё ты бормочешь? И почему у тебя такой эхо? Тут же каморка маленькая. Так, начнем с рыбы. С каких... О, что-то было. Ну-ка. Волшебный потолок. Срань господня. Я на чердак протиснулся. Как это дерьмо объясняется? В этой аномалии. Прыгать опасно. Можно башкой в потолке застрять. Отлично. Собственно, вот я и застрял. Анализ ситуации. Статус ситуации жопа. Что в славянских текстурах застревать, что в загуборных ощущения одинаковые. Кайф непередаваемый. Ого, карта большая. Хоть что-то объединяет наш игровой ДФ. Что мне делать? Нужно свериться с дневником. Но я, в принципе, все по инструкции сделал. Че на мосту стоишь? Хотя панель стоило побольше. Прыгать тебя никто не держит. Звоните мне на горячую линию, я решу все ваши проблемы. О, кстати, мы же с той стороны приехали.
Чисто из дурного любопытства. А что будет, если я побегу назад? Кстати, мы уже на краю карты. Но пора в путь. Окей, что же интересно он там найдет? Нет, да, локации действительно большие. Немало уже. Я не то чтобы за пределами карты, я уже почти на большом пальце левой руки. Но есть и хорошая новость. Впереди что-то непонятное начало проявляться, и карта выглядит довольно странно. Это что? Да. Это чё? Кусок льда. С текстурой снега. В воздухе. Это мостик Авроры, ёбана. А? Хули он тут делает? Серьёзно? Снесло, что ли? Ой, ещё куски нашего поезда. Твою мать, какого хрена? Это конец карты. Земля как сюда вообще пробрался? Я тупо пошёл по прямой и... Что? Два тренировочных истукана. Чё? Хрен через плечо. Ладно, топаем дальше. Так, лампа. Свет, пожалуйста, сибись. Во, стоят, трещат, как папки на лавочке. Мясо. Сейчас устроим ему сабантуй. Паника в темноте! Минус торшер. Так себе шмон, паника. Шмон, шмон, кидай мне в кармашке все, что у тебя есть. Так, еще свет. О, а это чё? At this moment, Marmok knew he fucked up. И доброго времени суток, мои дорогие шалунишки. Я не хочу перечислять плюсы и минусы исхода. Я просто выражу свое субъективное мнение об игре. Ну давай. Очень классная, но со своими нюансами и недостатками. Пройдет время, я ее еще раз пройду обязательно. Советский постапокалипсис One Love. И еще, помните мою мобильную игру? Да, она еще существует. Так вот, в преддверии глобального обновления мы подготовили кучу бонусов и подарков для новичков и тех, кто давно не играл. Так что качай, заходи, лови плюхи. Ссылки в описании. Это был грёбаный Мармок и Метро Исход. Паки. Not bad. Ну что ж, ребята, довольно-таки неплохой получился выпуск у Мармока. Да, багов было предостаточно, причем я даже удивлен, что в этой игре было настолько много багов. Хотя, если честно, предыдущий выпуск по Resident Evil 2 мне немного больше понравился. Там было больше таких более прикольных и смешных моментов, но все равно это было действительно очень годно. Хотя песня в исполнении Мармока про постапокалипсис России, про жизнь Артема... Черт. Эх, аж скупая мужская слеза потекла. В душеньку. Спасибо тебе, Мармок. Прям в душеньку. Все сделано достойно. И монтажик, и вставочки реально очень годно. Хотя, должен признать, у всех видосов Мармока есть один недостаток. Ты, зараза, завидуешь этим новым играм. Особенно, если у тебя нет хорошего железа. Да, в этот момент мне наверняка должно быть стыдно за такое, но нет, вообще нет. А за данный выпуск Мармок получает огромный респект и лайк из Патрон. Реально, выпуск очень хороший. Хотя, да, мне понравился больше предыдущий. Он был как-то реально посмешнее. Однако, буду ждать с нетерпением новые видосики от Мармока. Особенно хочется увидеть еще что-нибудь по VR. Я даже соскучился по этим игрушечкам. Буду ждать с нетерпением. А на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков. И подписывайтесь на канал Мармока. Обязательно подписывайтесь. Всем удачи и... Всем пока!